тебя ничего не получится. Ты родился не тогда и не там, говорят нам наши страхи. Но бояться – удел слабых. Препятствия нас не останавливают, а учат преодолению. Ведь что отличает успешных людей? Воля. Один шаг, одно усилие, один день. Вот и вся разница между поражением и победой. Успех приходит к честолюбивым и амбициозным. Они хотят и могут. И национальное богатство России не нефть и газ, а жизненная реализация 140 миллионов самого большого европейского населения. Чего в этом мире сегодня может добиться россиянин? Да всего, что захочет. Есть соотечественники, которые это доказывают. Пора узнать их имена, потому что история их успеха – это правда о возможностях нашего времени.